Бе-бе-бе, это Вектор ТВ Плей, и сегодня мы с Викой будем снимать вторую часть нашего выживания. Всем привет! И как мы можем начинать так. Это делать? Так, в прошлой части мы успели построить красивый домик. Итак, мы успели построить красивый домик, он вон там просто... Я хотела с красивым видом, просто так было хорошо, но этот дождь, блин, все попортил. Витя, ты же знаешь, что нам придется сейчас вон туда прыгать? И что? Тама-тама-тама-да! Или потихоньку лучше спустимся? Лучше спустимся? Ну, хотя бы много. Я подберу твои вещи, возьму с него. А у меня хлеба было. Вау! Ест прямо в... Так ты так? Еще чуть-чуть, и я иду домой. Я иду, я бегу. Я поставила, если что, на паузу. Чтобы сократить время. Ну да, Вики-то надо сокращать время, а то у нее больше 15 минут, и... Там-там-там... Итак, вот я добралась до домика. Я хочу сделать здесь как-нибудь по-нормальному ступеньки, а то какие-то грязи ступеньки получаются. По ним даже, если честно, забираться надо. Кстати, уже дома. Ребята, если, как сказать, у меня, ну, как сказать бы, ошибка, ну, то есть у меня видео закончится даже без прощания на какой-то части, то значит, у меня памяти не хватит. У нас дома на потолке уголь. Мы с тобой богачи, очень много угля. Ну, если что, в пещерку пойдем, или у нас будет кладовая же, и мы этот уголь обязательно используем. Кстати, ребята, я не смогу вставлять свою интро. Ну, как бы, потому что у меня памяти для этого нет. А удалять, как видите, ему все жалко. Ему вообще все, что он делает, все, что он фоткает, ему... Да я все сохраняю. Жалко. Так, прикольно, что забыла. Ой. Не, ну я что-то могу удалить. Почти ничего, можно. У нас там еще один уголь. Так, мне нужно как-то комнатку украсить. Мне бы тоже как-нибудь покрасивее сделать, а то как-то. А то у меня просто пустая комната. А, кстати, я тебе кровать дала? Угу. Ага, отлично. Так, может, у меня что-нибудь там найдется. А кстати, если нужно поесть, то в печку я положила стейки. Кстати, они уже приготовились. Я их вот в этот сундук положу, хорошо? Хотя ладно. Так, все норма. Вот эти вот камни я тоже отложу. Так, я иду, пожалуй, в пещерку. Нет, без меня не ходи. Ну, давай тогда... Стой, тогда я возьму, раз уж тогда, если мы в пещерку, то нам нужен уголь. И все, что нужно, нужно дома отложить. Я знаю это. А, ну вот... Вот как... Так. Сейчас я сделаю сундучок. Сундук. Так, что я оставлю дома? А, доски, Витя, возьми доски, они нам могут понадобиться. Хотя это я возьму. Все, я взяла. Я возьму. Короче, я почти ничего не отложила. Будь здоров. Нужно взять запасные кирочки. Я вообще ничего не отложила, мне все нужно. В пещеру. Вот. Так, ты взял запасные кирочки? Ага, у меня две кирки. Ага, а доски взял? Да, 17. Хорошо, сейчас я беру с собой сундук. Ой, сундук. Верстак на всякий случай. И пошли. Так, главное быть осторожным. Подожди, я нам мечики сделал, потому что мы же там зомби будут. Блин. А, ладно. Блин, Витя. А? Я смогла сделать только один меч. Не-не-не, вот все получилось. Нужен каменный меч? Давай. Налови. Если что, то говори, я буду отключать, потому что
Ну, извините, ребята, просто как-то будет жалко все, что мы потом надобывали. Так, в какой пойдем? А, кстати, недалеко отсюда. Блин, наверное, ты взял еду? А? Ты взял еду? Нет. Блин, а как мы будем без еды? А, ладно, сейчас бегаю, жди меня здесь. Подобываю пока зимовки, чтобы выбираться, если что. Ну, если мы ничего не будем, ну, не сможем найти, то мы, ну, она будет на паузу ставить, и я так буду ходить. Да, как, например, я уже сейчас поставила, чтобы не терять лишнее время, как Витя бегает туда-сюда. А еще мы будем ставить, если, ну, в пещере мы ничего не найдем. Да, ну, вернее, я буду ставить, просто Витя не может. Ну да, у меня просто видео заглючит и все. Идешь? Сейчас, у меня 4 мяска. Угу. Вот идет наш путешественник, пойдем. Так. Вон пещера. Блин, это не беги слишком быстро, а то мясо быстро будет кончаться. Лучше просто потихонечку. Ну я и так это потихонечку. Такое чувство, то, что ты бежишь. Нет. Не знаю. Так, вот и мы зашли в эту самую пещерку, одну минутку. Я сделаю, чтобы у меня было режим на улице. Все, ребята, я включила режим на улице, так что мне теперь все хорошо и ясно видно. И я уверена, что вам тоже. О, летучая мышь. Да, нашлась. Ты идешь? Да. О, железо. О, железо. И давай ты это заберешь. У тебя одно? Да. У меня 4. Одна пойдет. А, в этой пещере ничего особенного. В этой пещере ничего такого. Пойдем в другую? А, пошли. Давай мне это железо, раз уж у меня уже 4. Блин, главное быть осторожными, потому что... Главное быть осторожными, потому что, как в прошлый раз, мы нашли столько алмазов, мы нашли столько алмазов, я особенно, и я нашла еще один алмаз, а подо мной я не знала, подо мной была лава. Я прокопала, и получилось, что я туда упала. Представляете, как было обидно. Куда сейчас? Пойдем в какую пещерку? Я не знаю, надо найти пещеру. Сейчас я убью овечку. Ищем пещеру. Ты видишь какую-нибудь? Вот твои родители. Так. Да, мне кажется, на этом надо заходить. Ты идешь со мной? Я увидела пещерку, и тут есть еда. Ага. Мне кажется, она скоро надо будет заканчивать. Может, вторая часть будет маленькая? 6 минут всего лишь будет идти. Ну да. Третья зато будет большая также. Ладно, давай попробуем. Прямо в пещерке? Да давай здесь. Я не помню, что сказал ребенок. Все равно здесь тоже ничего такого нет, слышно. Ладно, давай вот тут вот запущу. Прям вот тут. Ага. Так, ты снимаешь, да? Ага. Поднимай голову. Нет, вот смотри. Ааа. Все.
так, ребята, вот мы и заканчиваем видео. Просто пришли Вити на родители. Кому понравилось, жмите лайки, подписывайтесь на канал и ждите третью часть. Пока-пока. Пока, с вами был Вектор ТВ.